начали мне вот состоялось, да, ну, в таком формате, соревнования прошли, его партнер сегодня со Стана.
Занимает второе место, 22 очка. Вот они. Семь лет, да, номер 17, если помните, номер 84 Ярослава Воскобойник, они там поборолись между собой, вот, и в результате этой борьбы вот появились такие награды. Сейчас главный судья соревнований Александр Шабалин, судья национальной категории из Харькова, и Аня Доценко, которая сегодня трудилась, ну, на всех фронтах буквально. Сегодня много зрительниц было симпатичных, вы знаете, я, там надо было мотокросс смотреть, а я все отвлекался. Награждает его, а телевидение снимает, а по ютубу показывает, медалька, грамота, Максим Соколов. Знаете, я уже его вижу на соревнованиях четвертый год. Максим Соколов, лозовая, от чемпиона 50 кубика стал Ярослав Воскобойник, номер 84, да? 84, город, как рядом со Змеевым находится? Харьков, да. Город Харьков, Ярослав Воскобойник. Сейчас наша судейская коллегия тщательно работает, чтобы не ошибиться. Ну вот они, два самых юных участника, 7 и 8 лет. Вот. Получили призы. Александр Шабалин вручает. Ну что, Максим Соколов и Ярослав Воскобойник. Спасибо вам, ребятишки. Харьков! Они практически дебютанты. Практически. Номер третий. Вот здесь у нас троечкам повезло. Видите, третий номер, третье место. А у нас есть вообще круглые троечники. Круглые троечники. Номер 333. Очаровательно. Внимание. Внимание, доставайте свои гаджеты. Доставайте гаджеты. Татьяна Геращенко! Таня, а что это за футболка? Ну, она лишняя. И Юрий Немилостивый! Да. Я всю жизнь мечтал с Татьяной прокататься в мотоцикле, а везет Юрию Немилостивому. Везет, кому везет. Это второе место. 3-3-3. Ну, у нас сплошные троечники, видите? Не, ну есть еще другой номер. Чемпионами Змеева 2021 в Сайдкарах стали мастера спорта из Днепра. Номер 81. Дмитрий Кисиль. Алексей Тихонюк. Никому не дали шансов сегодня. Как уехали, пылюку подняли за собой и так и шарашили до конца. Друзья, ну а я хочу отметить четвертое место, хоть на пьедестале их нету, да? Номер 144. Андрей Половко, Мария Хлыстюк. Маша, выходи сюда, Маша.
Мы на тебя посмотрим в элегантных шортах и Андрея Половко. О, друзья, очаровательные дамы сегодня соревновались. Судья дама сегодня, участники дамы. Комментатор только не дама подвел. Что, друзья, вот они, сайдкары. Что, друзья, ну, я не знаю, как там было, могло быть и лучше, конечно, соревнования. Ну, как позволили нам условия, так мы их и провели. И я не знаю, подходит еще Петр Кучков, если скажет. Когда ехать, это я вам расскажу. Давай, Маша расскажет, да. А потом я тебе расскажу нашу езду, просто как мы будем ехать, чтобы не было бардаков. Она будет рассказывать, как правильно вообще все это. Можем мы поки зробити так, сейчас я подумаю, як там було последнє, бо ми зняли, як ви під'їжджаєте, де то. Забздел. Я так уже два получается забздевших. Фотку что они забдевить. Три по фотку. Вітаю. Микола. Андрій. Дуже приємно. Микола. Дуже приємно, Маша. Дуже приємно. Це ви катали, так? На цій красі. Так. Ну і що, як вам гоночка? Стоп. Стоп, стоп. Ну, посидимо ще поговоримо, розкажемо. Давайте. Давайте. Оп, ми тіпа підписіли. А потім... Давайте я вам розкажу, що вам робити. Он там что-то подбуксовывает, а потом выезжает напрямую, и там видно, что там выбуло. Он просто прямо вот мытье, вот эта вся мощность, мытье у тебя срывает вообще. Вот это вибрация, там же вот такой поршень там стоит, вот так вот, как левый там. Что? Настоящий. Поршень дыбится своими одинококами. Ну а как же, не скучно. Ну они вырезают. Это уже на безопасный спорт. Конечно, будет это... уже аппаратнее. Ну, может, раз еще за год, а то он и спорт. Вот, комплектация, это комплектация. Не знаю, что это. Такая же. Ну как? Класс. Ну это класс. Реально заряжает. Ну я сказал, Павел, что это надо делать. Я думаю, никто же не... Це дуже фановий вид спорту, але дуже небезпечний, тому треба бути максимально обережним. Ну і знати, на який ризик йдеш, як перерахувати, то воно і спорт. Дуже дорогий. Але прикольно. Так, треба ще раз. Так, я особливо давати. Це дуже страшний і небезпечний вид спорту, якщо ви це робите, ну, займайтеся. Так. Тому що утром болять не будуть.
Але тільки після того, як я прокатився, мені розказали всі жахи, які можуть трапитись в цьому віді спорту, тому що треба дуже обережно. Думайте. Але я так. І все, подгибав. Після того, як я прокатився, мені розказали всі жахи, які з тобою можуть трапитись, і трапляли зі спортсменами в цьому виді спорту. Ух, треба ноги качати. Треба буде дуже обережно використовувати спорядження, захищати себе максимально. Тому обирайте. Круга не хватило. Пацани. Може він ногами не работав. А він же жив, ти хвангіст. Магазин Бота-Сіті, приходите к нам. Понятно. Ну, скажу, что он там отстёгивает.